Ни дня без книги. Выпускница Видновской школы номер 7 Анна Баева, большая поклонница Тургенева и Толстого, получила максимальное количество баллов на ЕГЭ по литературе. Чтение – ее любимое хобби, и заветные 100 баллов – результат любви к литературе и упорной, кропотливой подготовки в течение 2 лет. Прежде всего, готовилась сама. Часто дома прорешивала какие-то задания, повторяла. С онлайн-школой, вот, и с учителем в школе на уроках. Тоже она давала материал, мы решали варианты. Я разбирала самих героев, их жизненный путь, с какими трудностями они столкнулись и почему автор именно показывает то, как герой повел себя. Большой потенциал у Анны заметили сразу же, признается ее классный руководитель Лариса Свинаренко. Сочинение своей ученицы, ставшей, кстати, призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, она всегда читала с большим интересом, как мини-произведение. На уроках литературы Аня раскрывалась как талантливая, яркая ученица, которая великолепно умеет преподнести произведение, писала чудесные сочинения, яркие сочинения, интересные рассуждения, очень вдумчивое, внимательное отношение к теме. Ну и вот просто интересно читать. Гордится Анна и ее мама, которая и привила когда-то девушке любовь к чтению, а сейчас радуется успехам дочери. Я всегда верила, что будут большие баллы. Даже когда она сомневалась, я говорила: Аня, ты столько готовишься, должны быть хорошие баллы. Ну, 100 – это, конечно, цель, да, и она была достигнута, ну, обрадовалась. Я первая смотрела, Аня немножко говорила: давай ты первая посмотришь. Впереди у Анны Баевой главное испытание поступления в высшее учебное заведение. Направление уже выбрано. Конечно, гуманитарное. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.